Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Сегодня у нас на обзоре самокат Axela MF36. Вот, меня попросили, конечно, сделать обзор на деку, но я решил пойти дальше и сделать обзор на мой личный любимый самокат. Вот. Что ж, перед просмотром этого видео я хочу, чтобы вы поставили лайк на это видео и подписались на канал авансом. А если вам не понравится мой контент в процессе просмотра, то можете смело отписаться. Вот. Дизлайки ставить нельзя, я вам запрещаю ставить дизлайки. Вот, что я еще хотел сказать. Хотел сказать, что как только мы набираем 1000 лайков, я выпускаю новое видео. Вот, нужно возродить канал, потому что 3000 просмотров в день это уже как-то не дело. Раньше-то по 5000 было. Чё-то как-то, блин, ну, ребят, ну как-то надо возрождать канал. Ну как так-то, я не понимаю вообще. Вот, также вы можете, кстати, написать в комментариях мнение по моему обзору. Написать, в чем я не прав. Вот, высказывайте свое мнение, я никому ничего не запрещаю. Также вы можете написать, предложить тему к следующему обзору. Может, кого-нибудь разоблачим еще, какого-нибудь Сёрджа. Если хотите Сёрджа, то пишите плюс в ЛС. Хотите молотка, пишите молоток. Я не знаю даже. Вот, ну давайте что ж, приятного вам просмотра. Привет, мои маленькие любители экстремизма. Мы сегодня находимся в лесу, у нас пиздатый арт-объект. Тут у нас мангальчики. Вот еще один мангальчик. Вот, а вон там вот Клим стоит. Клим, привет, как дела? Если хочешь, можешь себя показать. Так вот, у нас есть красивый стол, и сегодня мы будем делать обзор на самокат Axela. Да, я 2 секунды назад сказал, что я буду делать обзор на Линду, но я захотел самокат Axela обозреть, потому что, на мой взгляд, это лучший комплит за свои бабки. Вот 7500 рублей, насколько я помню, он стоит. Дико, извиняюсь, на самом деле он стоит 10 тысяч рублей. 10 тысяч российских. Я вообще свой за 5 тысяч когда-то брал 3 года назад. Вот, и тогда рули у него были очень низенькие. Мой был 59, сейчас рули 65, уже красивые расцветки пошли. Давайте пробежимся с самого верха. У него стоят достаточно жесткие грипсы. Вот, и если их сварить, именно вот в кипятке, они очень и очень удобные. На полном серьезе говорю, я на них даже как-то катался целых 2 года. Вот. Дальше. Руль посредственный, со слишком широким пропилом, быстро идут трещинки. Мне руль этот не особо нравится. По прочности он говененький. Я как-то раз его уронил и согнул его. Был случай такой, да, говно. Дальше. Идет у нас по списку зажим. Зажим лучше, я уже 10 раз про него говорил. Там можно поменять болты и, само собой, гайки. И ваш зажим становится вечным. Кстати, это SKS Nike, SKS Adidas. Это зажим Axela. Вот. Дальше по списку. Самая-самая лучшая вилка на свете. Прочнее вилки не существует. У нас, блядь, весь город на этих вилках Axela катается. MF36. Лучшие вилки. Супер-пупер стальные. С алюминиевыми лапками. Там есть супер-классная система, как у TSI. Крепление ножек к штоку. Вот. Мне это очень нравится. Вилка очень долговечная. Что касается болта, он относительно быстро раскручивается, поэтому я бы порекомендовал вам вот свой дурацкий лайфхак. Лично я брал листочек бумаги и натирал им вот этот вот как раз-таки резьбу вилки. И у меня как раз-таки ничего не раскручивалось, как раз-таки. Вот. Врубай. Мы будем говорить про супер-пупер чудесную рулевую Axela, которая стоит у нас на самокате. Выполнена она в новых моделях, интегрированной, то есть у вас просто 2 прома и очень красивый пыльник, мне он очень нравится. Смотрите, кстати, у меня пиздатые кроссовки, 100 тысяч рублей на ногах, мама, зацени. Вот, кстати, тут снеговик, дай-ка его пиздану сейчас. Весело живется, очень весело, сейчас микрофон поправим. Вдруг он просто отключается, я не знаю. Вот, дальше у нас идет по списку дощечка. Это Axela 3,6, все ее знают, 11,5 сантиметров в ширину и 53 сантиметра в длину. Говно полное по размерам, но она достаточно прочная, очень удобная на самом деле доска. Вот, кататься на ней вполне удобно, она легенькая, весит на около 2 килограмма 300 грамм, рекомендую ее к покупке. Она отдельно, кстати, тоже продается, по-моему, у нее цена отдельно что-то 4 косаря рублей. Единственное, что мне в ней не нравится, это ее ширина по дну. Она по дну меньше 10 сантиметров. На этом кататься невозможно. Фифточи делать неудобно. Поддерживает колеса 24 миллиметра. У нас тут, зацените, волнорезы стоят. Очень красивые бетонные сооружения.
это скейт-парк тут, короче, нас не достроили просто. И тут мангал. Мы тут с пацанами шашлыки любим жарить. Вот, и варить тоже любим. Дальше по списку давайте мы заценим все-таки шкурочку. Шкурочка на нейлоновой основе. На виниловой, извиняюсь, на виниловой основе. Она относительно живучая на самом деле, очень хорошая, очень классная и все такое, но... Ну, она стирается. Ну, само собой, шкурка стирается почему-то у всех. Это, я не знаю почему, у меня она довольно долго жила. По зернистости очень хороша, очень хороша. Не супер зернистая, не супер мелкая. Вот. А она уже там наклеена красивенько. А дальше давайте заценим колесики. Вот, а после уже тормоз. А про него есть что сказать. Колесики 120 мм на новых моделях, 110 были на прошлых. Прошлые колеса были говеными, которые сейчас продаются, кстати говоря. Они были очень дурацкие. Почему? Потому что профиль гелика, он был вот таким треугольным. То есть обычный гелик, он вот так полукругом идет, а этот он был треугольным. Он очень-очень-очень сильно скользил, когда ты катался. Вообще неудобно было, типа, резкий поворотик делать, не кайф. Вот. И новые колесики вышли уже с нормальным геликом. 120 мм, очень мягкие, кстати. Написано 88А полиуретан, то есть должны быть жесткие. Но оказались они мягенькие, около 86, по моему ощущению. Вот, колесики также рекомендую к покупке. Именно вот эти новые 120-ки, я сам на них катался очень долгое время. Реально пушечные крутые колесики. Вот. Если хочешь, можем сделать паузу, погреться. Так, уважаемые подписчики, произошла смена устройства, так как мой ебучий iPhone 6s Plus на морозе решил сказать до свидания. Пожалуйста, помогите мне, скиньте мне денег на новенький айфончик. Я уже собрал половину суммы где-то. Нужно еще чуть-чуть, совсем чуть. Ссылка на донаты будет чуть ниже. А если вы хотите, чтобы я ваш донат зачитал на стриме, то заходите на мой стрим, я там все читаю, все проверяю и говорю спасибо большое всем. Вот. Стримы у нас почти ежедневно в 6 часов вечера. Так, давайте закончивать наш обзор. Тормоз говёный, потому что он ломается. Я не знаю, почему он ломается, но вот как-то так происходит. Он слишком жесткий и слишком толстый. Он имеет офигенную силиконовую основу, из-за которой он, в принципе, даже и не болтается, не люфтит и не раскручивается. Болтики под четвертый шестигранник. Нормально, пойдет. Спасибо, что не под третий. Вот, и они, к сожалению, спрятаны почему-то под шкуркой. Я не знаю, нахуя, нихуя ничего не закрутишь. Говно. Вот, тормоз нужно менять сразу же, вот. И самокат за 7 500 рублей вообще идеальный. Я не знаю, сколько он сейчас стоит, может быть, даже 10. Я не проверял, извините, Степан Сикамаз сейчас это по-любому оценит. Вот, но реально самокат надо покупать. Запускай. Я тут немножко посмеюсь, тут этот, мне просто про Сёрджи рассказали. В общем, спасибо большое за просмотр этого видоса. Напоминаю, поставь лайк и напиши плюсик, если ты досмотрел до этого момента. Вот, и оставь тайм-код, если хочешь, конечно же. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Geekly, на мои социальные сети в описании. Там будут все-все-все-все-все анонсы грядущие, всех грядущих видосов и вообще просто мои мысли. Также я хотел сказать большое спасибо за просмотр уже второй раз. И я сейчас просто буду сидеть и разглагольствовать, чисто чтобы набить побольше времени и вставить побольше рекламы, потому что я алчный мажор, я люблю деньги, шучу, мне просто очень нужны деньги сейчас на новенький телефон, чтобы улучшить качество съемки, потому что на моем 6s Plus сейчас снимать невозможно, в мороз тем более. Мы сейчас снимаем на телефон Клима, подписывайтесь на него тоже, он классный парень на самом деле, вот, и помогает мне сейчас снимать. Если, кстати, если вдруг кто-то хочет продать мне свой айфончик, то, пожалуйста, пишите мне в ЛС, я готов купить от 10-го S айфона. То есть 10S Max вообще было бы классно. 11-й айфон вообще идеально было бы, просто класс. Вот, что ж, я думаю, можно сказать до свидания и поставить лайк мне. Пока! Клим, покажи себя, ты такой красивый.